Всем привет! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка!» И сегодня я расскажу, как подросла наша крошка. Анюта! Ау, что такое? Анюта, расскажи, как мы ее назвали. Хорошо, ты мне весь кадр сбила. Ой, извини. Давай, рассказывай дальше. В телеграм-канале мы провели голосование, и 68% проголосовали за Энни. Ну что ж, привет, Энни! Ты же моя Энни! И кто это утром не умылся? Исочка очень хорошая мама и хорошо заботится о своей доченьке. Пока Энни только 3 недельки, но скоро она и сама научится ухаживать за шерсткой. Анюта, а где Юги и Яни? Эй, вы что, без нас завтракать сели? Сначала умойся. А Энни уже покушала? Попробовала. Ближе к 4-й неделе у малышки появился пищевой интерес. А еще у нее прорезались первые зубки. И, конечно, ей хочется испытать их на деле. Такая маленькая, а уже хищница. Что, малышка, не поддается тарелочка твоим молочным зубкам? Потерпи, скоро наравне со всеми будешь хрумкать эти сухарики. А где Энни? А где еда? Энни пропала. Вода тут. Тебе лишь бы поесть. Неправда. Так, стоп, Энни пропала. А кто это там в углу тогда сидит? Яня, ты чего меня пугаешь? Ну что, кроха, сегодня тебе ровно месяц, но ты все равно такая крошечная. Юги и Яни были покрупнее в месяц. Да хватит сравнивать, мы же мальчики, а она девочка. Так что ничего, она не маленькая. Куда ты собралась? Что, думала, не замечу, что ты ушки не помыла? Мам! Эй, еще и хвост грязный. Мама, какая я му? Вы мелкая ябеда. Яня, ты чего сестричку обижаешь? Да я... У самого вот, бок в чем? Мам! О, а ты какой хвост грязный. Научила свою голову. Яня, я знаю. А пойдемте в коридор. По характеру Энни больше похожа на Яниса. Она самостоятельная, активная, она не боится исследовать новые территории. Ну и, конечно, все повторяет за старшими братьями. И-я! Что она там делает? Она там что? Не получается. На диван залазит? Ой! Энни, что ты там? Ты меня не догонишь. Ну, отлично, сейчас свалится. Не буду на это смотреть. Ой-ой! Говорил же. А это что? А поймала еще утку. Ой-ой-ой! Ого, целый диван поймала. Или он тебя? Что она там делает? Кажется, на обед у нас будет диван. После активных игр надо, конечно, хорошенько покушать и прилечь на обеденный сон. Каждое утро начинается с открытия дверей. И Иса с Энни уже ждут у входа. Юги всегда проверяет, как у них дела. В то время как Яни уже приступил к тренировкам. Это не совсем я словил. Это учитель. Учитель? Сегодня у нас урок отработки атак. А, так это ты тренажер принес? Там что? Птица? Не отвлекайся. А, точно. Кия. Эй, что это? Ты опять? Ой, Кия. А? Я что, опять что-то пропустил? Каждый день опаздываешь. А что это за запах? Я мышь принес. Что? Где? Ой, ты куда? Это у тебя мышь? Мне показалось. Кто первый пришел, кто и мышь. А все-таки есть у тебя мышь? Нету. Что они там изучали? Погоди, прям на настоящий тренируются. Мам, я тоже хочу. Я ее лапой, лапой. А-а-а! Она убегает, а я ее хвать, ай, хвать. Ай, да она ж дохлая была. Да он мне просто завидует. Мышки завидуют. Какой еще мышки? Ты сама, как маленькая мышка. Яня, ну не мучай сестру. А я говорил, надо мышей назвать. Опусти, я тебе не мыса. Да ну чего ты? Эй, мелкая, обиделась? Яня, да хватит ее мутузить. Да я ей просто хвост мою. Грязно немного. Яня. Да мам, я же ничего не делал. Вот я вырасту, ты у меня полютись, Яни. Ну тут однозначно лайк. Эй, а кому сегодня 6 недель? Кому? Тебе, конечно. Яни, сейчас братья придут со школы. Ой, голодные, наверное. Что? Иди братиков встречай. Братики! Эй, ты знаешь, на ком я тренировался? Привет, мамуль. На крысе. Привет, милый. Ой, да что ты врешь? Сегодня травология была. Ты тренировалась? Я отрабатывала, другой пьем. Хоть какой? Ну там, где с одними лапами бить. С мамой, что ли, тренировалась? Да. Ну, мам! Так, Энни. Кия! Да что там? Кия! Ты мне дашь сегодня попу помыть? Головой! И атака! Ну, ты сейчас получишь у меня атака маленькая. Мам, тягодно! Иса? Да? Будешь вкусняшку? А что это? Эй! Мяско такое. Лукита, я! Ну, хорошо, покажи, чему научилась. Так, чьи это лапки грязные? Я! Кия! Нормально. Ну ты юркая. Полетей! Куда собралась? Ну я крутая. Крутышка. Ну Яня, опусти меня. Вредина. Я же у тебя большая. Ну это, можно я попашу? Поставьте мне пожалуйста яйк. Яйка, как пахнешь? Я его съем. Съешь? Ну его...
значит, он очень вкусный. Все его просят, значит, он очень вкусный? Да. 23 ноября. Время знакомиться. Аня, это ты? Ты что тут делаешь? Юги, не торопись. Ну, надо же. Она что, теперь с нами ночевать будет? Его? Нет, она просто пришла знакомиться. Хорошо. Это я тут никого не знаю. Так, чтобы мою тетку не обижали, понятно? Это кто тут кому обижать будет? Мам, не начинай, все же хорошо. Эй, Энни, стой, ты куда? Энни, значит? А ну куда спряталась? Думала, я тебя не найду? А, я не привет. Я, пожалуй, тут побуду. Ой, отсюда она еще меньше кажется. Все. Привет, Энни, меня зовут Малыш. Когда ты подрастешь, я буду твоим учителем в школе котов. А мы тебя научишь ловить? Научу. Спасибо, дядь Малыш. О, опять дядя. Знакомься. Эй! Я боюсь таких маленьких, они какие-то опасные. Опасные? Какие? Бежим! Энни! Ой, а я уже знакомилась с Энни. Когда это ты успела? А вообще-то и имя ей придумала. Ну, правда, мой вариант не взяли. А какой ты предлагала? Я предлагала Бури, как бурундучок. Хотя сейчас она больше похожа на гепарда. Что? Чё? Энни, ты теперь будешь маленький гепардик. Это то. Ты чего пришла? У тебя тут водичка стоит, я видела. Ну, конечно, выпейте опять всю мою воду. Да ладно, ладно тебе. Выпей это всего один раз. Один раз? Ну что, попалась? Ай, ну что, Энни, тебе нравится у нас тут? Да, папи, тут очень красиво. Подрастешь и тоже будешь с нами жить. Юги, а ты чего тут уселся? Мою воду чур не пей. Тут. Мама, папи, казала, то я буду тут жить. Может, я тут буду жить уже? Это красивая, мягкая кровата. Эй, вообще-то я тут сплю. Да, мне тут нравится. Утепать хочу. Ты чё? Какое спать? Рано ещё? Времяшки ещё совсем детское. А она кто, по-твоему? Ну да, и правда. Эй, ребёнок, я тут сплю, поняла? О, а давайте лучше в прятки. Я люблю прятки. Энни, чё ты водишь? А чё это я? Энни, я тебя нашёл. Ну, стоять. Что, сестру потерял? Нет. Если эти мальчишки будут тебя обижать, ты мне сразу говори. Мы, девочки, должны держаться вместе. Да мы в прятки играем. Так, Юги, ты куда пошел? Знаю я ваши прятки. Опять мою водичку пьете. Эй, малышка. Энни, а? Иди прячься, я ее отвлеку. Так, вот ты где. Вот так мы и познакомили всех питомцев с Энни. Если вам интересно, как дальше будет поживать наша пушистая семейка, подписывайтесь на канал и включайте уведомления. Ну а у нас на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч! А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай! А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое.